Привет, народ! Снова мы в магазине Яс. А вот так вот красиво стоят сейчас парфюмы, можно их трогать спокойно. Ох, какая красота! Помните, уже было у меня видео и распаковочка. Наташа очень это все уважает. Она реально эксперт нашего канала. И мы сейчас тоже снова в Марине Молл зашли в Яс парфюм. Смотрите, как красиво все. Наташа так аккуратненько была занята. Продавщица вытащила все блоттеры, разложила, понюхала. Смотрите, как она красиво себе все сделала. Ну, просто умничка. Ты don't know about price? Yeah. Окей, price? 585. Ага, 585 за все. Ага, так. А how many milliliters in this? This is 30 only. А, 30, ага. 30 миллилитров. 585. That one, it's 100. 100 milliliters. Yes, yes, I understand. How much? That one, it's after 40%. 40% скидка. 40%. Okay, so it all same price? No. Okay, tell us please. This one, this one is 347 after discount. It's 577 after 40%. 347. 347. Yeah. What else? This one, Masias, it's 750 after 40%. 450. Uh-huh. 450. This one is the same. Uh-huh. It's unisex. After discount, it's 450. 750. It's Mas and Wood. 450. 450. Наташа помнит, тут какие-то масла здесь брала, да, да, очень да, вкусные, да. Распаковку делают. Аль-Газаль. We was here a year ago and she took some perfumes. Maybe the mass... А do you have jasmine? I want jasmine. Jasmine oil. Yes, jasmine. Maybe this rose. Maybe you have wood. Because it's wood, but I want something... Знаете, да, что это уд, который... кладется в бахурницу, и тут такой запах шикарный идет, вкусный. И местные обкуривают этим одежды, потом выходят, и такие красавчики вкусно пахнут. Мы тут зашли в Marina Mall и решили в Яс тоже зайти. Да, конечно, что ты хочешь? Давай, конечно. Я думаю, всем будет интересно. Я на память себе хочу, чтобы это... Значит, левую я Аль-Гарам. This one is Jasmine. Давай. Наташа хотела именно Ясмин попробовать. The name of our company, it's just Yas. Ну, логично, Яс, Ясмин. I have this. Yeah. Наташа узнала аромат. Ну, странно. I got this, you know? А зачем ты хотела снова понюхать? Another. Same, but another. Because I покупала, скажи. She bought it, but she was sure she catch some new aroma and she wants to try. But we have it. Yes, I have. Yes, we have it. Maybe another kind of jasmine. Only this with the jasmine. Only this. We have this one. Какие бутылочки красивые. Это маска. Yeah, it's mouse powder. It's for the body. Это муск? Я не хочу, не. I want this. Well, there is also this one. It's musk also. Еще один. Точно, вот тут вот. Муск. Странно, что ты хотела понюхать, я не помнила, что у тебя такой есть. И ты была уверена, что что другой? Я не знаю, я не знаю. А please show me this first name, because I have this, but I don't know yes, name. Yes, it's Yas. Yeah, the name of the shop. Да, девочка сказала, имя компании, Yas. Understand. Maybe something like this. Yeah, this one is not white. Right, same, but different, любят говорить. Same, but different. А это вот подарочки уже. Так, все время хочу вам показать, но вот Наташа отвлекает чуть-чуть. А что сказала девочка, пропустила? Ут с чем? С амброй. Какие достойные вот цвета какой-то, даже мед. It's not gazal. Мед прям с пивом. Gazal is this one. No, I have gazal. We have gazal a very dark color. Есть газаль черный, газаль белый, понятно. Так вот, снова распродажа вам показывают. Точнее, не распродажа, боже мой, что я говорю.
Хотя сейчас вот действительно снова 40% скидка. Как-то мы все время заходим, скидка. Просто наборы подарочные, очень классно. Как раз Рамадан. Сейчас Наташа зайдет и все посмотрит сама, да? Наташа говорит, не чувствую, дайте побольше-то. Вообще не. Пальчик надо засовывать. Ну, это утва, но я не чувствую. Даже тело бахуру. Давай, не стесняйтесь, девочка. Ой, мне что бахур уже так меня оббахурил, что я уже что-то голова кружится. У меня такое ощущение, что я кальян покурила. Реально такой запах. Кстати, ручка красивая. Не просто стоит в магазине красивая бахурница, ручка еще такая. Красота какая. Они еще такие цены там, это, по 500, может, такое покупают. Ну да. Кстати, видео оставлю в описании, посмотрите обязательно распаковочку. Славная была прогулочка. It's sweet, but it's like... Yes. It's very new. Ага. Очень похоже тоже с этим, на яблоко, которое у меня есть. Удобно, кстати, сиденьюшки стоят, и можно посидеть. Наташа девочку загнала наверх. Ну, давайте, что там, понюхаем. Чистая роза. Pure rose, yes? Что ты пробовал такое? Гриб? Нет, это мускус, но как мыло. Знаешь, как просто мыло. Like soap, даже как мыло сказала, я не услышала. Я только что локоть умудрилась сюда всунуть. Вроде не обпеклась. Да нет, вроде нет, нормально. Султан Эмират. This one best for men. Best for men. Ну, для мужчины-то. Вкусный. Хороший, да? Вкусный. А what is consist of? Consist? Lemon? No. Lemon, musk and oud also. Лимон, муск и уд. Ну, Наташе понравился мужской, смотри-ка. Интересно. Что-то девочка беспокоится, по-моему, уже 10 уже мужской. Закрывать надо. Сейчас пробую. Ну, вкусный. Знаете, такая свежесть. Свежесть не жесткая, не строгая. А how much is 3 milliliters? This is 262, but it's 50% discount. It's 12 grams. For three. It's big. 3 liters we cannot give because there is no 50%. Okay. This? Yeah, this one. How much? 130 something. То есть 130 будет стоить 12 миллилитров. Ой, это дорого. Это 130? Они дают, а они не дают совсем маленькие, потому что нет на него скидки. Ну, кстати, на те коробочки, что я показывала, тоже есть офер, но там сейчас стоит женщина местная, я не буду просто ее снимать. Ну ладно, чуть-чуть сниму. Вот туда там тоже офер есть. Да, ты и я, мы отвлеклись. Да, я хочу гарам вот этот. Гарам называется, покажи бутылочку, пожалуйста. Аль-гарам. Аль-гарам. Угу, да. Эль-Гарам и вот этот. Не знаешь составляющую, да? Нет, не знаю, я потом это. И вот этот вот на правую Надаяс. Угу. Ну вот Эль-Гарам чувствую свежесть прикольно. Но ты султана случайно не брызгала? Что такое султан? А у тебя султан зеленый был на этой руке. Не, вот он. Ну как? Скажи, чем пахнет, потому что... Не могу сказать. Не это знаю, что-то... Же.
Ну, тут есть, вот тут есть. Надо что-то это. Но они дорогие, тут по 700, это 400. Ну, смотри, скидка была, тут есть и 300 с чем-то, есть 407, по-моему, 450. Это $100, извиняюсь, это дороговато. Ну, да. А вот набор из 4500, да? Ну да. А for this discount, no? Yes? No, it's fixed price, 500. А здесь сколько это, ты сказала, она? 525. Здесь нет дискаунта никакого. Коробочки эти вот такие вот красивые, конечно же, упаковочные коробки. Вот самые миллилитрики. Жалко, не хотят продавать этого султана. Значит, я хотят продавать, но не со скидкой. Не, ну все, я поняла. С чем твои деньги тебе решать? Вот, Наташа все еще. Вот это мне еще нравится. Какой? Эль-Харим? Да. Покажи, вот, покажи бутылочку. Вот Аль-Гарем. Эль-Харим, а ты говоришь Эль-Гарем. Да, оно больше на гарем название, да, похоже. А гарем how much? Потому что мне вот этот и вот этот нравится. Вот они как-то... Вот этот харим мне больше как-то, мне кажется. Ну как-то мы все время заходим, все время скидка, то 40%, то это. Мне кажется, просто 100% это очень дорого. А, ну вот, наверное, цена. 346. 346. А, ну так можно попереворачивать цены, посмотреть-то. Вот мне этот синенький напоминает. А, вот, 346. О, зачем девочку мы просили проверять? Этот вот стоит 402. Хабуб яс. Вот такой. Тут вообще очень красивая роза, но цены нету. Муск яс, нету цены. Мы что-то спрашивали уже, по-моему. Надо, нету цены. Педра, нету цены. Ну, так что не везде, конечно, цена есть. Раб. Ну, тут уже как-то цен нету. А тут 450. Тебе этот нравится, Аль-Гарам? Вот этот Аль-Гарам, ну, да. И Аль-Гарам. Ну да, девушка, по 450 вам нравится. А тут 402, по-моему, был. Не, мне вот тут больше нравится. Со скидками. Аль-Гарам. Да, еще такие. Ну, хорошо, все. То есть ты поняла, да, цены, да, все. Ну, вот я покажу с видео. Ну что, вот вернулись мы в Яс. Наташа снова нюхает ароматы. Ну, снова классно проводим время, в принципе, тогда. Посмотрите обязательно видео, которое я оставлю в описании. Что мы решим, если что-то купим, скажем обязательно. Все-таки этот, гарем нравится. Все-таки этот? Нет, ну она за гарем, да? Эль-Харим, да. Да, вот, Эль-Харим. 346. Ну, $100. $100, да. Приличненько ароматство. Ну, подумаем.